В результате мы получаем дорогую тачку бесплатно. Данный способ работает на любом аккаунте и сервере Black Rush. Чтобы способ у тебя тоже сработал в обязательном порядке, смотри видеоролик до самого конца. Потом скажешь мне спасибо. Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает. Каждый из нас в КРМП любит классные и дорогие машины, но еще больше любит и хочет ездить на этих тачках. Естественно, разработчики предлагают нам два пути. Или для покупки авто очень много работать, или же вкинуть реальных денег в игру и мгновенно подняться. Однако зачем тратить время или деньги на верты, если есть Крейт, который вам покажет легкие пути получения богатств в виде крутых тачек. И пилю я такой годный контент на лучшем проекте GTA КРМП Black Rush. Если еще не в теме, то переходи по ссылке в описании, скачивай и играй вместе со мной. Также не забывай, что я тебя жду именно на сервере Cherry, поэтому залетай туда и вводи мой ник при регистрации и промокод, чтобы быстрее стать миллионером. А мы переходим к видеоролику. Приятного тебе просмотра. Есть целое множество способов получить богатство легче, чем нам предлагают это сделать разработчики. Сразу вспоминаются серые обогатительные схемы по типу покупать по дешевке аккаунты или взламывать аки и сливать с них имущество на основной ак. Но админы видят, с какого IP ты зашел в игру, и если он сильно отличен от прошлого, то чаще всего вызывают такой аккаунт на проверку и забанят, естественно, навсегда, ведь ты ее не пройдешь. Поэтому я считаю, что эти способы простая трата времени, денег и сил. Еще некоторые игроки пытаются обмануть людей на бизнесы, машины и так далее. Иногда у них это получается, но, во-первых, есть форум, репорты и прочее. А во-вторых, запомните, что всегда найдется умнее и хитрее человек, который отберет у тебя все путем обмана. Поэтому я не рекомендую страдать подобной херней, тем более, что есть достойная альтернатива. Начать можно с известного способа, это получение машин и вирт в качестве призов с конкурсов. Я думаю, каждый хоть раз поучаствовал-то в конкурсах, но не выиграл, поэтому считает, что это не рабочий способ разбогатеть. Однако нужно понимать, что если хочешь получить результат, надо приложить хоть какое-то усилие. В нашем же случае это участие в абсолютно всех конкурсах на Black Rush от ютуберов, от разработчиков, от всяких сообществ. Ведь чем больше раз ты примешь участие в конкурсах и розыгрышах, тем выше будет шанс выиграть. Тем более, что комьюнити игры не такое большое, соответственно, выиграть шанс довольно высок. Честно говоря, я не знаю, все ли ютуберы выдают обещанные призы. У меня на проверку их честности попросту нет времени. Но лично я, например, разыграл и выдал счастливчику тюнингованный гелик на стриме стоимостью 25 миллионов рублей. Кстати, вот победитель. Если хотите удостовериться в правде моих слов, можете его найти на сервере Cherry, и он вам, надеюсь, все подтвердит. И в скором времени будет также проведен новый конкурс на подобный приз. Так что подписывайся с колоколом на наш канал и смотри каждое видео, чтобы не пропустить этот грандиознейший халявный приз. Далее могу вам предложить слив приватных промокодов на Black Rush, с помощью которых ты сможешь получить машину, деньги, аксессуары на халяву. Промокодов будет немного, но зато они все рабочие, ибо обычно ютуберы сливают старые и вообще несуществующие коды. Я лично ценю свое и ваше время и не буду вас дезинформировать. Итак, первый промокод INBR. Он дается 100% гарантией Гелендваген за 17,5 миллионов вирт на время. Время может варьироваться от 1 до 5 часов именно езды, а не в списке ваших машин. То есть вам может выпасть гелик на 1, на 2, на 3, на 4 и на 5 часов. Второй рабочий промокод YTBR. Он дается 100% вероятностью бэху премиум класса за 3 миллиона рублей.
Время также варьируется, как у гелика. Также стоит отметить, что машины за промокод не занимают слоты для машин, как обычные, например, которые куплены конкретно за верты и являются вашей собственностью. Но и две тачки за промокоды одновременно не могут быть на аккаунте. Только одна временная машина или аксессуар. Третий промокод «Старт» дает лучшую машину с автосалона низкого класса за 500 тысяч вирт на 2 или 3 часа езды реального времени. Четвертый промокод «Хэштег ТикТок» дает самый дорогой скин в игре за 100 миллионов рублей на 2 часа. Как и прошлые промокоды, использовать его можно единственный раз. Так что потратьте его с умом. Все-таки скин за 100 миллионов рублей. Самый-самый дорогой. Пятый промокод ВКБР. Он дает случайную машину из низкого или среднего уровня автосалона на рандомное количество времени. То есть в этом промокоде решает только твоя удача. Надеюсь, тебе выпадет самая дорогая из возможных и на 24 часа. Если первый промокод на гелик закончится, а желание ездить на нем не угаснет, то прописывай шестой промокод из данного видео под названием BR2021. Я благодарен тебе за то, что ты досмотрел до практически самого конца видеоролика, так что лови седьмой приватный промокод на 30к вертов. Называется он BR20GR21. Пользуйся на здоровье и богатей, но не забудь поддержать меня лайком и подпиской с колоколом, естественно, ведь дальше больше. А для вас, как всегда, старался Крейт, еще услышимся, ребятки, пока-пока.